Блокбас номер три! Вкидываю руки уже с первого, как началось, так и буду до конца это делать. Вы уже посмотрели на мое утро, на мой завтрак, на то, как я собиралась. Вчера я отправила в фотосалон архив с фотографиями, почти 50 штук, которые нужно распечатать 10 на 15. И буквально вот через часик, наверное, я пойду их забирать. Про фотоальбомы у меня уже были ролики на канале. И в предыдущих влогмасах я его оформляла и просто показывала свой альбом. Но для новеньких и чтобы освежить свою собственную память, я расскажу еще раз. Вот они сзади меня, два моих таких тома. Вообще, я считаю, что это, конечно, самое большое и главное творческое какое-то достижение в моей жизни. И это вот без них я не я, и это, короче, прямое воплощение меня и моей жизни, настоящее, и вот супер уютное, супер такое классное и супер ретро. С 2011 года началось все с пленочных фотографий, именно вот сделанные на Зенит, на Вилию, на Зенит АТЛ, Вилия Авто, вот что-то на ФЭД. И я так, значит, с пленочных фотографий все печатала. А потом наступил 2015 год, я все меньше и меньше фотографировала на пленку, и я решила печатать просто фотографии, самые памятные, самые важные. Вот это буквально за неделю до переезда в Петербург. И этот альбом и заканчивается на нашем первом году в Санкт-Петербурге. Этот парень уже другого формата. И здесь уже также я чередую снимки с разных камер. То есть, когда у меня был Samsung первый беззеркальный, я у него ставила квадратный режим как стандартный, и получались вот такие, как будто полароиды, но, конечно, не полароиды. Не только людей печатаю, вот такого плана фотографии, которые напоминают об атмосфере чего-то прошлого. Ну, то есть я прекрасно помню этот день, как мы шли в спортзал, как я рисовала эти дудлики, как зажгла свечи, присланные из Канска родителями в подарок. И фонарик возле ресторана, шашлык и вино, куда мы в прошлом году сходили, наверное, пару раз. Вот, и следующий уже будет 2020. В чем обалденный плюс делать фотоальбом, оформлять его и вообще, что за этим стоит? Во-первых, это очень выгодно. Тратить 500 рублей в год на какое-то увлечение. Ну, сами фотоальбомы, конечно, дорогие, но до кого хватает на 5-10 лет. Следующее. Это помогает и вообще тренирует просто поддержание порядка, в принципе, в фотографиях. Естественно, чтобы облегчить себе отбор для альбома, ну, я каждый год понимаю, что мне нужно уложиться в 40-50 штук, не больше, больше 50 фотографий за год я не печатала никогда. И из-за этого я же понимаю, что у меня все должно быть по папочкам, систематизировано. Уже много лет, лет 7 точно, с самого начала года я сразу все подписываю. И причем не так, что там фотопрогулка 13-11, а просто пишу там «гуляем в ноябре». Если это большая какая-то вылазка, конечно. Если просто я в течение месяца фотографирую веточки, цветочки, как я это все люблю, чака, которого просто уже можно фотографировать. Ну, как у всех, это у всех кошатников, у всех, у кого есть коты, больше фотографий, чем хозяев котов. Вот, и так далее. Для этого, для всего, естественно, папочка. Веточки, цветочки, чак. И все отдельно, все сортируется в течение года. Подписывать даты, между прочим, там, папки или еще чего-то, совсем не обязательно, потому что у фотографий в свойствах и так есть дата. То есть вы сможете посмотреть, когда она снята. Но самая основная характеристика, то есть это такой-то праздник, такая-то прогулка, такой-то месяц. Бывает, допустим, месяц, когда я фотографирую активнее, чем в другой. Из этих папок у меня все и состоит. Вот. Ну и кадры с телефона я вообще не считаю нужным как-то заранее сортировать и вообще сортировать. Просто нужно, чтобы в фотопленке всегда был порядок. У меня за год накапливается примерно 400 снимков, сделанных именно на телефон. И через небольшие манипуляции в фотошопе я тоже некоторые кадры, которые прямо супер офигенные, делаю сносными для печати. Но вообще с телефона у меня фотографии в фотоальбом попадают, ну, штучки 2-3, наверное. К пленке я сейчас охладела. После того, как мы встретились с моим портретником 50 мм я уже не так хочу и гелио ставить на камеру, и зенит в руки брать. Я наслаждаюсь цифровым. Я наконец-то освоила цифровое мне кажется, на 95%. Оставлю себе какой-то зазор для развития. В общем, всем довольна, поэтому пленка пока у меня лежит в коробочке в шкафу. Ладно, будем кушать и встретимся уже на улице.
кайф, сегодня все такое заснеженное. Ночью выпало или вчера вечером. Обалденно, наконец-то зима. И пахнет морозцем, как я люблю. Почти дошли. Хорошо, когда все в районе есть. А вы все-таки с другой стороны идти. Там ближе. Мы еще ходим, да, разными путями. Нам всегда примерно в одну и ту же зону. Но мы то так обходим, то так. И сегодня выбрали не особо короткий путь. Не знаю, лично я даже подмерзла. Вообще у нас френч-пресс сломался. Здесь все дурацкое. Зашла, потому что магазин похож на типичный каннский магазинчик, где куча-куча всего вот так выставлено. И все. Что хочешь, бери. Несет обновку. Купили в ДНСе френч пресс. Френч пресс – это нормальное название. Нет, это чайник. Это чайник. Не чайник. Чайник – это электрический. Чайник. Есть еще заварник. Англоизмы и свои. Французизмы. Снова расширяем эрудицию. Мне в глаз что-то попало, так больно было. Опять солнышко. У меня все готово для оформления альбома, сам фотоальбом. Это стикеры, на которые фотографии, собственно, и крепятся. И вот они, напечатанные стопочкой. Я уже все рассортировала. Я еще на том моменте, когда отбираю все, знаю, что зачем будет, и поскольку снимков на каждой странице, что-то может измениться, но, в общем, все уже систематизировано. И вот такой заголовок я сделала. Здесь еще двухсторонний скотч. Просто на кусочки серой бумаги. Еще из странного и прикольного, это то, что в этот раз прям супер-супер матовая бумага. Я не знаю, как это передать. Как бы, ну, написано было, что это премиум качество. Я помню в детстве, да и не только в детстве, когда раньше я печатала что-то матовое, оно было как будто глянцевое, но с матовым покрытием. А здесь прям вообще бархатное. Просто бархатная бумажечка. Thank you.
визуально наш 2020 год. Альбомы эти все-таки не столько семейные, сколько мои. Я печатаю и просто красивые снимки, которые мне нравятся как фотографу, когда я их делаю, и при этом все равно оставляю что-то семейное, милое, такое личное. Где-то у меня за какой-то год были развороты, где очень много меня, потом стало поменьше, такой сильный нарциссизм прошел. Но этот год вот такой. И мне очень нравится, как все вместе смотрится, как все сочетается, и какие чувства и ностальгию это вызывает. Такой вот сегодня был день. Фотоальбом сделала, все красиво оформила. Очень мне нравится, как все получилось. Чака вычесала, попку ему подстригла. На кухне порядок. Осталось поменять постельное белье и валяться, отдыхать, смотреть новогодние фильмы. В этом влогмасе в конце я хочу с вами поделиться теми фильмами, которые у меня в моем замечательном новогоднем рождественском сборнике на Кинопоиске. Я понимаю, что им пользуются не все, но, опять же, чтобы все было систематизировано, у меня пунктик, я вообще вот это все очень люблю. Я веду и LiveLib с книгами, которые читаю, и вот Кинопоиск с фильмами, которые смотрю. И если в прошлый раз я перечисляла там просто несколько самых запомнившихся из детства мне фильмов, то сейчас я вам просто покажу все, что смотрю и пересматриваю. Что-то, кстати, для меня было новое в этом году. Например, я посмотрела два отвратительных фильма с Николасом Кейджем, но один не такой отвратительный. Это «Семьянин» и «Застрявшие в раю», «Потерянные в раю», «Потерянные в раю», с двумя братьями, там, типа, его по сюжету он играет. И дело не в Николасе Кейдже, там такой сценарий, что просто кошмар. Но новогодняя атмосфера, может быть, кому-нибудь понравится, но я дело не в этих фильмах, а в куче других. Вот они, пожалуйста, смотрите, ищите, ссылку тоже оставлю. Возьму последний мандарин. Все, что осталось. По-моему, я вначале уже говорила, что я числа до 20 декабря не буду их покупать. Я сдержу свое слово. Все, надо притормозить. Ну и, собственно, все. Как видите, быт есть быт. Повседневные дела есть повседневные дела. Ожидание праздников и вообще любовь, как бы, да, к праздникам, ко всему такому яркому, трепетному, к ностальгии, оно не отменяет обычной жизни. И если бывают дни, когда совсем нет настроения новогоднего, это ничего страшного, все равно оно появляется. И для этого совсем не надо ходить по торговым центрам. Не будем нарушать традицию. Да, на фоне микроволновки я еще не прощалась, конечно. Ладно, целую, спасибо, что смотрели. Всем пока.